Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Мы начинаем наш сегодняшний влог. Сегодня у нас... как у нас сегодня число вообще? Господи, 15-е, да? Да, сегодня у нас 15-е число. И мы начинаем двигаться дальше в ремонте с нашей прихожей. Вчера Сергей заделал самые большие дыры там, которые у нас с той стороны стены. Все-таки он до них добрался. Сегодня мне осталось лишь доделать эти маленькие углы. Ну, как видите, я запрягла Владика помочь мне, потому что параллельно я занимаюсь домашними делами, которые, мне кажется, вообще бескончаемые, очень неокончаемые. Вечно что-то нужно, там убрать. Там мы вчера Сергей сделал, мы как его... Короче, выровняли, видите, как у нас красивый пол. В итоге вон там вот, ну, штукатурка засыпалась, лишнее, скажем так. Лишнее. Ага, и сейчас... Давай аккуратно, много не наноси, но завтра будет еще раз такой же пол, как и у нас сегодня. Хотя пола наносил немного совсем. Потому что там очень большие дыры были, и, короче, вчера я сам сделаю, значит, там наделаете дело. И такие, знаете, внизу какие-то глубокие, непонятные. Видно, это, скорее всего, конечно, когда плитку отдирала, то есть по большей части. Это случилось. Так, ладно, тут доделаю, кусочек остался маленький, и все. У нас с тобой всего 3 угла осталось. Лишнее это убирай, которое она это убирай лишнее, и с пола что? Так, это наша старая штора, сейчас я буду ее убирать. Кстати, сегодня пойду все-таки закажу новую штору. Знаете, никогда не думала, что это так тяжело выбрать штору, подготовить интерьер, потому что было очень много мыслей, потом в итоге решила, сказала, ну нафиг, сделаю то, что хочу, видите, что. Надо помыть посуду. Кстати, хотела у вас, у кого есть собаки, каким кормом вы сейчас кормите своих собак? Мы в последнее время подсели вот на этот корм мираторговский виннер для собак, для кошек у них. Мы, наверное, видели во влогах, что мы его покупали, как бы его для кошек, для собак сухой корм. Мне очень вообще он очень нравится. Только тут средних пород идет. Мы брали для больших пород, но в этот раз не было. Потом Сережа купил в магазине для средних пород. Но опять же, для больших пород отличается лишь тем, что он покрупнее, а Герда, например, наша не ест. Не очень любит, когда они сильно крупные шарики. Поэтому вот это нам подходит в самый раз. Напишите в комментариях, пробовали ли вообще такой корм давать своим животным. Нравится, не нравится. Кстати, на самом деле, что хочу сказать, что корм неплохой. То есть есть люди, знакомые, которые работают на Мираторге и именно делают эти корма. И даже многие говорят, что добавляется на самом деле очень хороший. Не Г, скажем так, а даже мясо в прямом смысле этого слова для животных. Поэтому... Как бы, может быть, пока только начинают, но я не думаю, что на самом деле, даже люди даже сказали, что сами в шоке, не ожидали такого, что на самом деле будет делаться из мяса данные корма. Поэтому как-то так. Так, ну что, мы идем домой. Забрала Илюшу из школы. Давно. Давно, да. Сходили, мы заказали штору, наконец-то. Топайте вперед. Да, Илья? Забрали сразу по пути, мы зашли в магазин, забрали Веронику из садика. Она сегодня пошла у нас пораньше. Вероника, что такое загадочное? Пантик свернула. Пантик свернула. Молодец. И идем домой готовить ужин, потому что сегодня у нас что, Вероника, занятие? А? Где? А зачем ты из сада уходила? Нет, там. Что, Женя забрала бы вас сразу бы двоих из сада, бы вы гуляли по дворе бы. Ты интересная, Вероника, вообще? Ладно, что тебе Женя поговорит, договорюсь, узнаю, во сколько они будут забирать. Чтобы ты 6 часов к ним вышла во двор там, 6:30, сколько там. Ты чудная, Вероника, честно. Ну, а у вас двоих в саду. Тут Женя вас двоих бы сразу забрала бы. Еще троих. Ай. Так, наши покупки из Магнита. Купила 2 десятка яиц. Яйца мне понадобятся завтра для одних очень интересных котлет. Я вам обязательно их сниму, покажу. Вообще думала, планировала делать сегодня, но так как дома сегодня прокопалась очень долго,
Там, и в итоге 26-го я просто не успею, чтобы Веронику отвезти на занятия, плюс еще надо с Илюшкой уроки сделать, каким-то образом успеть. Поэтому котлеты переносятся на завтра, у меня там есть куриные котлеты, поэтому сегодня нужно будет они. 2 десятка яиц, сахар, 1 килограмм, сахар дорожает у нас тоже, яйца все подорожали уже, молока 1 литр. А где что-то еще что было? Не могу понять. А, колу они вытащили. Пакет с колой. Вот тут с колой. Макароны. Пачку рот-фрунта, которую уже растербанили, успели. Боже мой. Виноград киш-миш. Кусочек сыра гауда. Что-то у нас еще. Пачка макарон еще здесь же. Шампиньонов. Сейчас, если буду готовить... Лаваш заворачивать. А здесь... Ай-яй-яй, у меня там обжаривается Сережа шницель. Тоже для лаваша. Как раз его делать и нам, и Сергею сразу. Так, все. Обжарился. Если можно добавить водички, пускай он тушится. Так, пока я освобождала место, и почти у меня уже готов наполнитель для лаваша, это для Сергея. Добавила сюда укроп, добавила сюда лук, добавила сюда чеснок, добавила грибы, добавила перчик красный, соль, перец по вкусу. И вот такая у меня красота пока получается. Сейчас буквально 5 минут, это можно будет уже выключать. Поставила варить яйца. Яйца нужны нам для начинки. Так, что у нас здесь? Не досняла я покупки. А, кофе. Себе манку, обычная манка. А, собакет на нашему еда, собакет у нашему, помидоров немножко, корм кошки, короче, что-то там по мелочам осталось, майонез веганес, лук зеленый и банка кукурузы. Остальное мне там осталось, по-моему, если не ошибаюсь, да, кошкин корм. Где-то там валяется у меня. Упс! И чеки. Так, все. Дожариваю, довариваю и готовлю, короче, ужин. Владик, как ты так ешь? Чудо в перьях. Короче, ребят, сделала я нам. Готовлю Сергею сейчас отдельно, я тоже показала, что у нас получилось. Я сделала как салатную смесь, как под крабовый салат, только единственное было с добавлением колбасы и с добавлением сыра. Все это с луком зеленым в веганезе. И знаете, получилось. Лади, как получилось? Идеально. Получилось идеально, как видите. По словам Владика. Я, правда, не пробовала, но на вид очень аппетитно выглядит. Так что макароны надо выключать. Зеленки еще и макарошки выключать. Что ты дразнишь свое гердище? Да, Герд, дразнит, не дает ничего. Ой. Так, сейчас готовлю уже Сергею. Таким образом, майонез, веганес с соусом, с пастой, точнее, томатной. И дальше заворачиваю. Я понимаю. Так, все, время почти 8 часов. Нет еще. Время почти 8 часов, я убегаю. Ты остаешься с Владиком, дальше доделать домашнее задание. Я убегаю. За Вероникой позвонила Женя. Говорит, они минут на 15 задержат. Так мне занятия с 7 до 8. А сегодня, говорит, они начали заниматься минут 15-8. То есть, поэтому вот особо не беги бегом. Так, 15-8 можешь подходить. Время уже без 5, поэтому мне нужно бегом уже. В любом случае, это благо, что недалеко. Там остыло уже, да? Нет, еще ладно. Только вы... Кто остыло? Каша. Я нет, конечно, накладывай ей миску и поставь, пускай остывает. Хорошо. И дай ей. И давай скорее английский будет доделать с Илюшей. Да, мы делаем дома английский. У нас остался только английский назад. А, музыка еще, да? Ну, давай. Я говорю, очень поражена вот тому, что... У нас такой учебник английского языка, я думаю, что он, в принципе, у многих детей, у кого детки во втором классе, но убивает то, что во всем английском языке, да, вот, то есть открываешь урок первый и
принципе, начинать сразу задание. Да, здесь много на русском, конечно, понятное дело, там первые задания, но понимаете, в чем вопрос? Нет в учебнике нигде английского алфавита. Вообще. То есть вот на сегодняшний день, да, наши дети не проходят вообще алфавит. То есть они сразу делают задания. Как так? Вот как можно не знать предмет, там не выучил алфавит, да, делать задание? Мне просто это очень интересно. То есть это приходится, естественно, нам делать полностью дома, потому что в том году мы ходили на английский язык. Но занятия были не постоянно, то учителя болели, то еще что-то. То есть там это, ну, так. Так, по воде писано, можно сказать, занятия. И потом, плюс ко всему, вообще все закрылось. Поэтому можно сказать, что их толком и не было. Ладно, так, давай доделать задание, и я помчалась. Сейчас второй уже будете с Владиком делать. Привела я нашу красотку домой. Как дела, Вероника? Так, давай иди в ванну мыться. Время уже. Время почти 9 часов. Давай бегом. Еще не... все ждали тебя есть. Бросай стирку, колготки. И эти, бросай. Порвала на горке колготки? Да. Да? Там... Еще раз. А я не знаю, откуда там дырочка. Да ну ты! Все ты прекрасно знала. А я это колесо умею делать. Есть! Молодец. Да. Давай. Ох, ох. Давай, Димуться. Садись-ка, хорошо. Давай кушать. Устала? Чтобы быстренько помыла Веронику, сразу ее... Кушать, да, кроватку, да, Вероника? А нам еще рисунок рисовать. Илья, вылези из телефона живо. И быстро есть. Котлетки, как я говорила, куриные. И салат делай, тебе лечить ложку дам, салат. Где ложка, салат? Вероника, за столом не спят, давай кушать скорее. Давайте бегом, бегом, бегом. А потом... Потом суп с котом. Да, ешьте, если хотите, слышишь, Владик? Потом. Тут уже больше половины нету. Осталось, по-моему, сегодня 4 штуки, наверное, остальные. Ну и Поле папе наберите, ешьте. Илья, телефон. Я, Илья. Там не майонез, там заправка для салата, Вероник. Берите. Вкусная? Я заправляла таким вот соусом. Где я потеряла его? Цезарем. Да, покупала мне Кусвили Цезарь. Еще давно-давно должна использовать его. Что стоит, стоит. Все, приятно. Сядь хорошо, приятного аппетита. Так, ну что, мы будем с вами прощаться, ложиться спать. Сейчас приду вас кормить. Сейчас приду, мои хорошие, вас кормить. Сейчас. Видите, что творят. Мои маленькие. Вот честно, я говорила уже Вологу, что я раньше не представляла вообще, как можно дома иметь... крыс, там, мышей, я их просто боялась, точнее, даже то, что они казались противные, фу, и, знаете, и на своем опыте убеждаюсь, наверное, каждый раз, что нельзя говорить, фу, противно, там, да, невкусно, ужасно, пока сам не попробуешь, пока сам не убедишься, потому что сейчас я уже не представляю, как без них, они такие классные, дерутся, играются между собой, знаете, как они умываются, как они чистятся, это вообще просто заглядение. Хватит мой палец лизать. Облизали весь мой палец. Да? Так, все, мальчики, он тоже покрывается. Вероника тоже уже легла. Илья, что там? Опять играешь? А? Я звук. Телефон. У нас Владик рисовал. Кстати, вот тоже момент. Илья! Мы не могу понять, мы ходим на музыку или мы выходим на рисование. У нас такой урок подряд по... какой же? Ну, как чуть ли не с начала наверное, года. Постоянно, да, Илюша? Или Аляша нормальная? Сдают рисунки. И телефон давай выбирай. То есть по музыке мы рисуем рисунок, например, какой-то там определенной песни, грубо говоря. И сегодня там у нас был список песен. Владик. Так у нас Илюша не рисует. У нас рисует Владик. Нарисовал Бабу-Ягу. Вот такая красотка у Владика получилась, Баба-Яга. Симпатичная. Илья, там что, носки лежат грязные, я вижу. Симпатичная баба Яга. Яга. Так, ладно, все, на этом заканчиваем наш сегодняшний влог. Всем хорошего просмотра, настроения. И всем... Пока. Пока-пока. Илья, телефон убирай, все, спать. О, сейчас, ой, будет, сейчас телефон улетучится, Илья. Ой. Ой.
Сейчас мама так вот его, ой, из рук. И все.